Здравствуйте, друзья! Я уже не помню, какой по счету ужин мы с вами рассматриваем, но это предпоследний, потому что завтра мы последний раз будем тут ужинать. У нас тут, ну, грубо говоря, это фуагра. Это печеночка, да? Вот, да, вот это гусиная. Паштетик. Утиная. В общем, будем... Утиная. Все утка. Будем пробовать. Креветки мы видим. Это они порублены. Ну да, краб, наверное, я не знаю. Ну, вот такой... В общем, сейфуд салат. Сегодня четверг, друзья, сегодня рыбный день. Пока мы показывали... Значит, шримпов тут, значит, вот уже намазался паштетик, намазался на бутербродик. Вы видите, друзья, соус остренький, который... Thank you very much. Который кладут мне на шримпов. Это называется шримп-коктейль. Вот, друзья, вы видите булочку, ну, такую, называется, булочку слоеную, с грибной начинкой. Грибы дикие. Хотя я лично вот... Опознаю в них обычные шампиньоны, но почему-то это wild mushroom. Я вам говорил, что рыбный день сегодня, но это так утрированно. Но действительно, вот сегодня есть из рыбки то, чего не было раньше. И это не совсем рыбка, это такие крабные ножки. Называется crab salad. Салат крабовый. Ой, прям настоящее да, хитиновое покрытие. Пошли супы, дорогие друзья. Это трехспальное такое место суповое. Два супа одинаковых или что? Да. Два фруктовых персиковых супа. Два фруктовых персиковых супа, а темненькие это что? Перчик, да так, видимо. Из утиной печени. Просто из утки. Хорошо. А вот еще один суп. Из чего? Перчик. Ну как перчик? А что же он такой беленький? Перемолотый. Нет, это другой. Это поблана пепперс чем-то. Ага, острый супчик, говорят. Да. Что делать, друзья, когда кончаются бутылки из стекла? Пьем коньячок вот из таких... можно сказать, партизанские методы. Скоро вообще мы уйдем в катакомбы. Ну, что же это за блюдо такое? Грибочки я вижу. С чем-то они таким, типа вареников. Да? Это паста. Это паста такая же, грибочки. Значит, тут у нас рыбка салмон с риском. Ну и так, красотой всякой. Друзья, те из вас, кто не был никогда в Таиланде, значит, это цыпленок по-тайски. Он как бы делает большим пальцем, как знак лайк на YouTube. Вот так вот лайк. Что это? Ну, стейк. Стейк. Прайм-риб это прайм-риб. А по-русски как бы мы это назвали? Это кусок говядины. Ребята, мясо запеченное. Вот, мясо запеченное. Вот тут с зеленюшечками немножко. Ну и, конечно, друзья, то, что называется фичер презентейшн, это лобстер. У нас сегодня почти все с лобстерами. Лобстер удался. Спросили, как народ, лобстеры вам понравились? Говорят, да. Сегодня, говорит, шеф какой-то. Ага, вот они сейчас выходят. Вот они. 2000 лобстеров сегодня обслужили. Я снимаю с четвертого этажа, а вот ребята собираются ниже на третьем. Okay, yes, my name is Chef Lorenzo. I'm the executive chef on board the absolutely wonderful Adventure of the Seas, and it's nice to see all the diners tonight. How are you enjoying the food on board? You had a good time? Good to hear, good to hear. Just before I introduce some of my friends and colleagues standing behind me, I'd just like to say thank you very much to all the waiters and all the bartenders in the dining room. They've done an absolutely phenomenal job this culture, this food. Give them a big round of applause, please. Это пошел десерт, друзья. Это не шоколад, это сегодня нет? На десерт. Ой, если что? Я ну давайте, попробуйте хоть, что же вы так заказали и я чуть не пойму, и не что в курсе. Это. Похож на шоколадный мусс. Шоколадный мусс такой. Ну что же, неплохо. Это шоколадный мусс с фруктами. А где шоколад? Белый. Белый шоколад. Какое тонкое и углумление, друзья. На шоколад. Над нами гурманами. Это что такое?
Вот, вот чуть-чуть еще. Вот я уже не помню. О, как не помню? Это какой-то мусс. Чуть-чуть надо. О, вот так вот. Мусс с ванильной подливкой. Вот так, друзья, заходишь в номер, а тут вот такое. Раньше на кровати, там собаки были всякие, а тут, значит, обезьянка, наверное, с бананчиком.